О ходе проверки и о том, какие меры профилактики проводятся, заместитель начальника Горздрава Наталья Коган рассказать отказалась, а ее руководителя Наталья Цыплякова не оказалась на рабочем месте. Зато специалисты Республиканского потребнадзора сообщили, медики поставили всем воспитанникам детсадов пробы манту и ждут реакции. Выясняются точные причины заражения. Вместе с этим специалисты отмечают, в абаканских детсадах ежегодно фиксируются по нескольку случаев туберкулеза. И нынешняя ситуация вполне рядовая. Группы не будут закрыты на карантин.